Всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить игру «Принц Персии. Схватка с судьбой». Вы как можете заметить, что я уже в прошлом, активировал это портал, думаю, это видео не нужно. Так что мы продолжаем активировать то, что надо. На. Лежать. Ползли. Наша задача вернуться назад. Здрасте. Тихо. Вам стоило сначала потренироваться. Да, блядь, прыгни. Так, ладно. Опля. Ага, ну я понял, зачем ты не показываешь? Я же помню это. Помогите мне! Ой, бля. Мои способности захватывать применение и получше. Кажется, мне нужно помочь. Да на, держи. Блин, какие же у них здесь мечет отвратительные. О! Что, здесь надо открывать, что ли? Неожиданно. Ладно. На. Окей. Пошли. Благо я знаю, куда надо идти. Так, сюда. Сюда. Так, давайте-ка сохранимся. Ну чё, братва, есть кто-нибудь здесь? Блядь, мне закрыли здесь. It's a trap! Чё? Что, как-то быстро-то умираешь? Держите, что вам сказано, и убейте его! Ужать! Блядь, тут даже невидимки быстро умирают. Возьму-ка я этот меч. Мне бы что-то больше нравится. Че, давай? Тихо. Мы-то уже. Блять, тут их. Кстати, а эти невидимки, они не такие уж и эти, уворачиваются, то бишь, они не такие так, как эти, убийцы, как там их, ассасины, вот эти вот женщины, вот эти вот, а невидимки, они походу не умеют уворачиваться. Сюда? А, да, сюда. Каким-то образом допрыгнул. Окей. Сюда, да? Так. Окей. Так. Что у нас?
опять фигня какая-то. Так, я, кстати, не знаю. А, тут веревка есть. Что-то я, кстати, ее не увидел. Так, окей. Че, я допрыгну до туда? О, допрыгнул. Окей. Водичка, хе-хей. Так, тут что-то есть, кстати. Наверху. Так, лезь. Вот там. Наверное, опять тайничок. Я жив. Что-то, знаешь, такое ощущение, что как будто я совсем вообще паркуром не занимался. Ну сюда хп-шку хватит. Благодарчик. Получили повышение здоровья. Ладно, поскакали дальше. Так. Что тут у нас? А, я уже ее активировал, точно. Так, как мне спуститься только? Что, обратно, что ли? Вот придется обратно спускаться так. Обратным, на обратном пути. Что тут у нас? Так. Отлично. Опа. Подкрепление пришло. Что-то как-то у вас маловато. Так. Сюда. А зачем я это делаю вообще? Это же правильно все стояло. Оп. Ну что? Знаком. Окей. Еще один остался. Ай, нет, подождите, там было. Еще один ассасинки. Только невидимки. Лежать. Все. Получилось.
двери открыты. Теперь можно идти к императрице. Так, что? Взять какой-нибудь меч? Давай вот эту возьмем. Кстати, я заметил, что этот меч дамажит меня. Надо его выбросить. Больше этот меч брать не буду. Так. Давай. Спускаемся. Надо каким-то способом добраться до императрицы. Ну, точнее, я имею в виду, что до зала, там же императрица. Делайте, что вам сказано, и убейте его. Сука. Назад! Пошли! Не ори. Вы пожалеете об этом. Держи. Все. Так, тут тоже так же. Ой. Где поскакали? Да? Не сработало? Непобедимая. Ух ты. Ха-ха, прикольно получилось. Так. Так, куда теперь? Ага. Понял. Я вас понял. Ай! Что, тварь? Я тоже так умею. Падай. Все, готов. Так. Готов. Поскакали? Так. Фу. Успел. Так, тихо. Опля. Так, а там что? А что это такое? А, его нельзя пока активировать, понятно. Так. Спускаемся вниз. Тебе нужно быть настойчивее, если ты хочешь победить меня. Ты что, охуел? Кстати, надо будет этот меч взять, на всякий случай. На! Чего? Подожди, а где он? Ах ты пидорас! Он меня обманул! Блин, я могу так прыгнуть? А, все, так прыгнул, отлично. Сучара, ты такая, блядь. Я ж тебя сейчас так убью. Сюда иди. Отдай мне меч. Он имбовый.
Спасибо. Так, я пока сохраняться не буду, потому что здесь нет никаких врагов. Так. Ой, прости. Ящичек, я не хотел. Блять, тут. Так, окей, пора идти в тронный зал или куда там. Так, блять, Дахака, он смог найти меня в прошлом. У меня нет времени. Ты меня напугал. Блять, как? Как он в прошлом-то оказался? Я думал, я буду от него убегать. Чего? Он просто... Окей. Так внезапно Дахака появился прям. Я ж испугался. Так тихо было. О. Давай. Фух. Так. Опля. Давай, ползем. Окей. Давай, давай. Отлично. Сохранимся сразу. А где Калина у нас? А, все, заставка идет. А, вот она, да. Время истекает. Ты готова? Я много думал, Калина. Тебе почти нечем заняться на этом острове. А после того, как я встречусь с твоей госпожой, тебе совсем нечего будет делать здесь. Возвращайся со мной, Вавилон. У тебя будет шанс начать новую жизнь. Прости меня, принц, но я не могу принять твое предложение. Почему? Блять. Сука, из-за этого широкоформатного монитора голова странная. Где императрица? Где песок? Что ты делаешь? Ты заперла нас здесь! Извини, принц, но только один из нас сегодня может повести судьбу. Ты? Ты императрица! Я же просила тебя уйти, и все же ты вернулся. Мне стало интересно. Если ты можешь изменить судьбу, возможно, я тоже могу изменить ее. Так. Ой. Ух ты, блядь. Блин, не зря я этот меч взял. Он очень имбовый. С ней. Сука. Бежать. Блять, а как мне уворачиваться-то от этого удара? Я всегда на самом впереди тебя, Линч. Ты не сможешь ничего.
сука! Я видела твое будущее, и оно мне не понравилось. Ну чё? Блядь. Тихо. А чё ты? Всё? Меч, мечухана, сука. Умри. На. Отлично. Я видела твою. Тихо. Я тебя убью сейчас, тварь. Умри. Что-то как-то маловато я ей отнял. Сука. Умри. Пока это еще возможно. Я надеялась, что Дахака убьет тебя. Я надеялась, что Шади не даст тебе попасть на этот остров. И что башни прикончат тебя. Я даже прокляла меч, что дала тебе. И все же ты не погиб. В смысле, а как, какой меч из них? Зачем ты делаешь все это? Я уже говорила тебе. Я видела свое будущее. Я должна умереть от твоей руки. Но, как и ты, я решила изменить судьбу. Да сдохни ты. Я всегда на шаг впереди тебя. Ты не сможешь ничего. Сука, она заебала этими ударами бить меня. Ха! Я чувствую ваш страх. Тихо. Ты тратишь свое время. Твою мать! Сука! Бля! Чтобы пробить мою оборону, одного удара не... Да... Брось с моей дороги! Калина, она вообще гораздо сложнее, чем Шади. Вы заплатите за это! Надо, короче, от него подальше отходить. Я видела твое будущее, и оно мне не понравилось. Суки. Все, двое готовы. Чё? Что? Я ж ничего не делал. Ну ладно. Не хочу причинять тебе зла, Калина. Но я должен покончить с этим. Ты глупец, принц. Что бы ты ни делал, ты все равно проиграешь. Я тоже пыталась. И тоже проиграла. Прости меня, Калина. Все. Я должен возвращаться в настоящее. Че, все? Это конец? Мне казалось, вроде видео. Ой, видео. Игра должна быть дольше. А.
Нет, тут сохранение есть. Значит, это еще не все. Несмотря на все трудности, я все же смог уничтожить императрицу и предотвратить создание песка времени. Я победил Дахаку и саму судьбу. Пришло время выбираться с этой скалы. Нет, он здесь, сука. Ты ничего не изменил. Нет, нет! Сейчас опять бежать от него надо будет. Так, бегом! Бежим отсюда! Так, быстрее! Черт! Бегом! Оп! Так! Давай! Что это? Я видел, как принцесса умерла. Она не смогла создать песок. Не должно быть никакого Дахаки. Гребаный Дахака. И все же он преследует меня. Как это может быть? Не знаю, чувак. Ну-ка, послушай. Я архитектор моего собственного уничтожения. Это так. Что записано в потоке времени, невозможно изменить. Иди сюда. В своей попытке уничтожить песок времени, я стал тем, кто создал его. Опа. Пусть каждый, кто прочтет это, знает о мужестве и чести тех, кто сражался и пал за Магараджу. Мы жаждали власти, даваемой песком времени. Большинство нашло только смерть. И я среди них. Но маска призрака дала мне второй шанс отправиться назад во времени и изменить мою судьбу. Эти письмена говорят о невозможном. Но маска призрака дала мне второй шанс. Возможно, есть еще надежда. Нихуя, он уже стену ломает. У тебя был шанс добраться до меня. И другого не будет. Так, ладно. Надо найти маску призрака, походу. Ой, блядь. Он пришел. Валим. Бегом. Так, давай, бежим. Так. О, водичка. Окей. Ой, так.
надо повыше еще поднять. Тут. Ага. Я понял, короче, надо еще поднимать, чтобы убежать вот сюда. Ой. Гребаный дохака. Сейчас придется от него, походу, еще бегать. Ладно. Так, тихо. Он бежит. Погнали. Так. Сюда побежали. Тихо, 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 тихо. Бегом. Просто прыгай. Ты что смотришь? Любопытно, что ли? Бегом, бегом, бегом. Так. Что-то тут что-то очень долго бегу. Давай, 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 давай. Быстрей, быстрей. Нет, тут прям очень долго бегу. Давай, 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 просто бежим. Давай! Оп, бля. Фу. Бля, что я делал? Что я делаю? Блядь. О. Капец. Он прям там стоит, смотрит на меня. Фу. Еще подымаем. Ой. Сейчас еще раз придется бежать. Ну блин, это капец, как сейчас было долго. Так, нам надо снова туда. Ладно. Оп. Так, нам направо. А, все? Изи. Я думал, будет дольше. Окей. Ну ты чё? Может, ты схватишься? О, спасибо. Все, поднимается. Окей. Угу. Теперь можешь залезть на самый верх. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, окей. Только как мне сейчас... А, вот сюда. Так. Такое... А, вот. Нашел. Оп. Отлично. Ой, все, злюка. Все. Получил по заслугам. Окей, сохранение. Так. Я буду справиться со мной. Ой, бля. А вы еще живы? Ну ладно, давайте попробуем с вами сейчас подраться. Вы не стоите моего времени. Блять, он очень плохо, походу, дамажит. Надо бежать отсюда. Сюда. Просто надо бежать отсюда.
У меня слабенький меч. Ну, сломанный, точнее, я их убить не могу. Наверное, разрабы так и рассчитывали на это. Надо найти. Опа, серьезно? Чего вас так тут много? Капец. Ну ты чё, блять, принц? О, залез, отлично. Ты совершил большую ошибку, придя сюда. Да в смысле? Я вас даже не тронул. У меня нет нормального оружия. Опа. Чё такое? Меч, но как мне добраться до него? Ты как вообще увидел, что там меч? Ладно. Ну, хватит, тут их. Блять, бежим. Так. Что туда? Угу. Пошла вон. Тут, кстати, какие-то новые наемницы. Так, окей. Куда дальше? А, понял. А, вспомнил таких тварей. Частенько раздражали. Наконец-то меч. Блять, нет, Дахака. Я знаю этот цвет. Это здесь Дахака. Блять. Бежим. Тихо. Блять, тут бочки. Бегом. Есть. Фу. Ну чё, тварь? Понюхай бебру. Так, надо активировать портал. Блять, опять не активируется. Что за хуйня? Ой, блять. Понял. Может так? Нет. Не так. 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 О, угадал. Не так. Давай. Метеор Рока. Отлично. Все, я в прошлом. Давайте сейчас сохранимся. И мы, наверное, на этом закончим. Так. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Оставляйте комментарии. И увидимся на следующем видео. Пока.